чего мы меняем тела? Из-за материальных наслаждений. Природа, Бог, Кришна дают мне все возможности. Например, особенно в западных странах. Сейчас у них стал популярным нудизм, раздеваться догола. И вот природа предоставит им возможность стоять обнаженными, как дерево. Или они действительно будут деревом многие годы. Вы так любите раздеваться. Хорошо. Стоите тут 10 тысяч лет нагишом. Природа даст вам эту возможность. Те, у кого нет разборчивости в еде, едят все, что попало. Хорошо. Получи тело свиньи. Ешь все вплоть до экскрементов. Природа даст вам это. Почему мы получаем разные тела? Потому что у нас разные склонности к разным материальным наслаждениям. В этом болезнь, материальная болезнь. У всех есть тенденция к чувственным наслаждениям. Но не все они одного типа. Их много разных видов. Мы оказались в плену материального мира из-за этих разных чувственных наслаждений, поэтому мы должны остановить это. Мы должны утратить вкус к чувственным наслаждениям.